Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это шоу «Вечерний Киев». Только в нашей программе самые яркие звезды, самые смешные розыгрыши и самые свежие новости. Наш взгляд на события, произошедшие на этой неделе, в рубрике «Чисто Ньюс». Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в рубрике «Чисто Ньюс». Смотрите сегодня в выпуске. Во Вьетнаме произошел военный переворот. Перевернулся мотоцикл с военными. Королева Великобритании посетила вечер встречи выпускников. Дорожные службы Киева заявили, что пока не закончится ремонт моста Патона, 12-й автобус будет ходить через Днепр. Скоро в продаже появятся новые консервы для собак. А теперь об этих и других новостях более подробно. Главные новости Украины. 17 марта состоялся 13-й съезд партии регионов. Съезд открыл руководитель партии Николай Азаров. Из-за ограниченного времени мы не можем показать всю речь премьер-министра, но смысл следующий. За 2 года мы проделали серьезную работу. Мы едины, мы стремились и стремимся к росту экономики, развитию производства, укреплению индустриального потенциала страны, успех модернизации страны Виктором Федоровичем Януковичем в нескольких направлениях одновременно. Для роста благосостояния населения. И я рад об этом заявить вам. Главным событием этого съезда стало слияние партии Сергея Тигибко с партией регионов. Таким образом, сильной Украины больше не существует, она стала частью партии регионов и поменяла название. Пока партия регионов принимает свои ряды новых членов, у оппозиции дела обстоят строго наоборот. Из рядов бюд Батькивщины исключили Наталью Королевскую. Таким образом, Александр Турчинов снова самый симпатичный в партии. Другие новости страны. Прорыв в отечественном авиастроении. Украинские конструкторы нашли новый способ производства самолетов. Теперь новые био-самолеты будут размножаться самостоятельно. В Хмельницкой области возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на строительство крокодила Гены. Белоцерковский завод резиновых изделий наладил производство отечественных презервативов. Уже прошли первые испытания. Новости из-за рубежа. Скандал США. Во вторник, во время игры в теннис, первая леди страны Мишель Обама получила в голову теннисным мячом. Расследованием инцидента занялось ФБР. Уже есть 2 подозреваемых. 9 марта Министерство обороны США продемонстрировало новейшую электромагнитную пушку, предназначенную для разгона массового скопления людей. Эта пушка посылает звуковую волну, которая заставляет людей в панике разбегаться. А разработка новейшего оружия проводилась совместно с украинскими спецслужбами, которые предоставили американским коллегам записи Михаила Поплавского. Проплыва ты моя, проплыва, знай, что вдячный тот меня ловит. Разработчики уверяют, что эти звуковые волны совершенно не опасны для здоровья. Просто слушать их очень неприятно. Напоминаем, что в эфире «Чисто Ньюс». У нас самые свежие новости, потому что большинство из них мы придумываем сами. И снова рубрика «Утка недели», в которой мы сами придумываем новость и смотрим, как же на нее реагируют украинцы. На связи наш специальный корреспондент. Здравствуйте, Артем. Какую новость вы придумали сегодня? Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Валерий. И сегодня у меня очень интересная новость. Оказывается, на грядущих выборах ЦИК зарегистрировал и допустил к выборам партию сексуальных меньшинств Украины. Давайте посмотрим, что об этом думают обычные, а может и необычные киевляне. Ну, я думаю, что эти партии вообще не должны иметь права на существование. Пускай будет.
Это нормально. Нормально в природе. Нормально. Самец и самка. Если это будет сделано с умом, то... Голубь с голубкой живет, а и лев со львицей, а не со львом. Ну, вы за. Конечно, почему нет? Ну, вы знаете, у меня, наверное, личностная неприязнь к этому, поэтому я, как говорится, двумя руками против. Ну, если будут у них свои избиратели, пускай. Интересно, какие у них будут предвыборные обещания, чего им не хватает. Я думаю, что мужской ум, в принципе, сильнее женского ума. Ну, мне нечего сказать. Все. Ну, может, он правильно сделал. Кто он? Ну, я не знаю, кто там, что сделал. Ну, я не знаю. Может, мы еще организуем там партию, у кого позвоночник переломан или еще что-нибудь. Поменять может только объединение. Если политические силы объединяются, возможно, они изменят ситуацию. Иначе ничего. Чем... Объединяются с сексуальными мужчинами? Нет. Ну, что, они выйдут и скажут, делайте так, и все будут так делать? Нет. Это все как-то, это надо столетиями переделывать мир под геев. Я не розумію цього. Я за нее точно голосовать не буду. У меня совершенно кардинально противоположные взгляды. Я, честно говоря, не знаю, как это. Я не определился еще. Ну, это ужасно. Мальчики любят девочек, девочки любят мальчиков. Все. Спасибо, Артем. Напоминаем, что эту новость мы выдумали. Надеемся, что ее не выдумает никто, кроме нас. Да. Мы продолжаем. Международная федерация фигурного катания усложняет правила для этого вида спорта. Теперь фигуристам необходимо не только выполнить обязательные элементы, но и напугать как можно больше зрителей. Другие новости спорта. Когда ты голоден, ты не в форме. Эту истину подтверждают участники нашего сегодняшнего хит-парада. Итак, внимание на экран. И на этой неделе третье место в нашем хит-параде занимает матч Бразилия-Италия. Как вы понимаете сами, эти команды не могут быть не в форме. А вот зрители еще как. Ну вот, посмотрите на этого молодого человека. Как он похож на украинских футболистов. Хотел съесть мороженое, но немного промазал. Зато попал в нашу рубрику. На втором месте британская бобслеистка, которая явно в плохой форме, причем как в прямом, так и в переносном смысле. И, наконец, первое место занял Александр Алиев, человек, у которого травмы заживают буквально на глазах. На сегодня новостей больше нет. И мы снова возвращаемся в студию шоу «Вечерний Киев».